Так, второй день раздельного сбора. Я сегодня донес еще чеков, старые тетради записи перебрал, выдернул, что уже исписанное, ненужное. Вот пластиковых карт нашел. Смотрите, сколько здесь ресурсов. Это для подделок вам крышечки. Значит, смотрите, сколько бумаги для розжига, для росписи, для каких угодно, картона. Сколько здесь ресурсов. Вот, смотрите, картон на любые фермы. Можно приезжать таких раздельных сборов. Очень много. Для яиц, для фермеров. Кладезь ресурсов, все это выкидывается, смотрите. А можно перерабатывать, использовать. Так что тот, кто на земле, кто работает с ресурсами, смотрите, пластик можно сколько. Под рассаду, под любые задачи. Смотрите, сколько их нужно. Привет. Значит, бутылки, металл здесь есть. Пожалуйста, посуда, видите, даже под любые задачи. Сколько это ресурсов. И это на каждых акциях. Видите, какой кладезь. Так что раздельный сбор — хорошая площадка для кооперации. Также есть шеринг-зоны, пластиковые карты, чеки. Смотрите, стеклотара, это посуда, разные мелкие бытовые вещи. В общем, разумные потребители, объединяйтесь.